представители двух соседних стран собрались в Омске за круглым столом. На повестке дня перспективы сотрудничества Омской и Павлодарской областей в сфере молодежной политики. Встречу открыла принимающая сторона. И начальник управления молодежной политики Минспорта Иван Трофимов поделился региональными наработками и планами. По итогам, с учетом всех предложений, будет доработано соглашение, которое будет подписано между Управлением молодежной политики Павлодарской области и Омской области, которое будет определять как раз дальнейший путь нашего сотрудничества. Международное взаимодействие, как ни крути, пойдет на пользу и для собственного развития, и для укрепления дружбы российской и казахстанской молодежи. Регионы презентовали свои главные наработки и высказались о перспективных проектах. По итогам встречи будут сформулированы главные направления сотрудничества. Я считаю, что круглый стол прошел очень конструктивно, очень динамично. Здесь сегодня собрались действительно не случайные люди, а люди, которые занимаются и в теории, и в практике реализации государственной молодежной политики. И я думаю, что по итогам круглого стола действительно у нас будет продолжена в рамках стратегических направлений реализация совместных молодежных проектов, совместных молодежных инициатив. И для нашей молодежи будет это очень важно и для своего внутреннего развития, и для своего профессионального развития. Активное взаимодействие уже демонстрируют студотряды. Амичи сотрудничают с восточными регионами Казахстана, а четверть казахстанских студентов работает в омских студотрядах. Этим летом делегации пообещала посетить региональный форум «Ритм» и очень ждет амичей на фестивале «Дастархан дружбы».